радиатор отопителя Toyota Toy Ice. В общем, производители вот так вот сделали соединение вот на таких хомутиках. А вот здесь вот резиночка встает. Я промазал герметиком, все хомутики затянул, собрал салон, оставил печку, и она потекла. Салон разбирается здесь за пару часов. Вот так он выглядит в разобранном состоянии. Вот находится печка. Сейчас я взял, отвез ее к сварщикам. Мне заварили здесь, чтобы все было без хомутиков, потому что второй раз разбирал салон. Что-то не очень понравилось. Вот. Также взял все, пропенил на пену, чтобы меньше тепла уходило через радиатор. Радиатор старый был забит, так как масло давило в антифриз, и все соты позабило маслом. Вот так выглядит разобранный салон.